Ладно, давайте, перед тем, как перейти уже к завершающим словам, фразам, отказам, нужно сделать то, что не должно получить сейчас отказ, а именно задокументировать то, что было сказано, то, что было запланировано. И Артем, Даня... Бро, можно я на 3 минуты в туалет? Тут торнадо 3 штуки выпил, не могу. Сейчас, именно сейчас этого делать нельзя. Когда мы это сделаем, как раз будет пауза, и можно будет... Я понимаю, что мысль о подписании контракта побудила тебя пойти в туалет, но вначале нужно это сделать. Исторический момент. Артем Тарасов официально подписывает контракт на бой на 10-м ТОП-ТОГе против регбиста. Так, только надо будет подписать еще. Плюс 500 тысяч бонус за нокаут в первом раунде Данилы Регбиста. У Данилы все-таки энергетики действуют. Где там гонорар? Вот. Бонус выплата за зрелищность боя, давай. Бонус. За КО. В первом раунде. Да он здесь на камеру это сказал, мне кажется, пожестче, рублей. Чем контракт. Да. Распишись. Серьезная мотивация. Поздравляем, поздравляем! Так, одна есть. Два. И заметьте, это страница, где написан бонус на 500. Думает, немало ли попросил. Я думаю, может, на шестерку переправить. Или единичку в начале. Три. 4. Представитель Кудрин Владислав. Даня, рыгбись. Здесь, орел. А если ты выиграешь в первом раунде нокаутом, он даст тебе 500 тысяч? А я свой контракт еще не подписывал. Ну ты подумай тоже. Так, а сейчас все уже подписывай, тоже? Это уже потом, да? Это потом, там последняя страница перед боем. Все, бою быть, готов! Теперь можно в туалет чисто Толчок там, да? Ну, как говорится, если вопросов...